Весьма убедительный по счету сегодняшний матч. Каким он был со льда для вас, Егор? Да, действительно интересный матч был. Неплохие скоростя, нефтехимик достаточно на ходу, поэтому интересно было играть. Здорово, что выиграли. Как сегодня оценишь свою собственную игру, потому что не так часто в состав попадаешь, но однако всегда это очень такой важный, я думаю, для тебя момент. Да, тренерский штаб мне доверил во втором звене там с мастерами. В принципе, у нас все мастера, поэтому приятно было с ними играть. И хорошо, что выиграли, это самое главное. Ну, когда соперник разбирали, на чем больше акцент делали, сегодня все ли удалось? Да, в принципе, все, что задумывали, все сделали, как бы по счету видно. Немного сдали там второй период, а так, я считаю, наша победа. Ожидал, что и третий период будет голевым, а вот здесь все-таки уже больше играли на удержание по заданию или все-таки уже так получилось обстоятельств? Да, играли по счету, как бы не сказать, что там прям сели в оборону, просто играли по счету спокойно, без нервозности, как бы, через бортик. Такой важный весьма для команды момент произошел, тебя коллектив поддержал после этого столкновения. Как вообще, насколько приятно, что команда? Конечно, там мужики заступили сразу. Но я считаю, что я был без шайбы, мне там сыграли как бы неправильно. Но мужики встали за меня горой, спасибо.